благополучным только внешний вид. Город закрывал пороков тьму. И Иерусалим, если бы узнал ты, что сегодня служит миру твоему, плачет Иисус, зовет он все, придите, как птенцов своих вас обниму. Пока сегодня Божья милость длится, есть еще надежда для людей. Можно от оков греха освободиться и оставить плен земных страстей. Нет, не за заслуги наш Бог прощает, недостоин милости никто из нас. Только кровь Христова грешников спасает. Бог зовет тебя, приди сейчас.